Блины буду пекать. Правильно пекать, говорить блины, да. Ну, гостей, родственников буду ждать. Блины печь, конечно же. Будем блины печь дома. Нельзя загадывать вперед. Ну, наверное, будем печь блины, ходить в гости и так далее. С блинами, конечно. Родственники придут, сын придет с семьей. Традиционно, значит, подготовка к масленице у нас проходит большим потреблением блинов всевозможных и оладий. Вот, ну, это как бы традиция общая для всех. Вот. Ну и, наверное, сходим с детьми, посмотрим какой-нибудь народный праздник, который будет у нас проходить в городе. Угу. Вот это всегда интересно.